Повышенное внимание сейчас и к обычным школам региона. Самая острая ситуация в Ангарске. Там родители даже выстраиваются в очереди, чтобы успеть устроить ребенка в первый класс. Это при том, что официально запись начнется только через 4 дня. Тему продолжит Ольга Кузакова. Составили список и охраняют его уже пятый день. Авторы – родители будущих первоклассников Ангарска. Мамы и папы хотят, чтобы их дети учились именно в этой школе. Поэтому написали фамилии на листке и ходят отмечаться каждый день. Все строго, как в армии. По 5 человек дежурят. Каждые 2 часа. По 5 человек, да? А ночью? И ночью. В машинах. Но ни ночное бдение, ни загадочный список не помогут родителям получить заветное место. Первыми возьмут тех, кто по месту жительства прикреплен именно к этому учебному заведению. Ведь на всех желающих места элементарно не хватит. Мы 3 года подряд набирали по 4 первых класса. В этом году набираем только 3, потому что садить детей просто некуда. Нам просто нет помещений даже заниматься внеурочной деятельностью. Делают все заранее в Иркутске. К записи первоклассников все давно готово в 14-й школе. Журнал, шаблоны заявлений, памятки. Несмотря на то, что во всех школах региона запись стартует с 1 февраля или немного позже, родители уже звонят с вопросами, а некоторые приходят лично. Вся информация выставлена на сайте, где можно посмотреть форму заявления, микрорайон за нашей школы, какие документы требуются для записи в первый класс. И места обязательно хватит всем. Ведь количество предполагаемых новых учеников в регионе в общем и в каждом городе считают заранее по уровню рождаемости. И то, что касается наплыва первоклассников, такого, что ли, очень большого в этом году, как и обычно, мы ожидаем увеличения, но где-то в пределах 500 учащихся. В сентябре 2016 года мы ожидаем, что к нам придет и сядут за парты где-то в пределах 8800 учащихся в первых классах. Всего же по региону впервые праздничную форму 1 сентября наденут более 30 тысяч ребят. И главное, первые места в школах получат дети, которые живут рядом со школой и прикреплены к ней. Таков закон. И никакие списки, составленные вручную, гарантии на место в желаемой школе не дают. Ольга Кузакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.